Здрасте. На распродаже вот такую штуку купили. Вот. Можно делать массаж. 6. Степеней вибрации. Скорость все больше и больше. До 6 потом выключается. Как показать, не знаю, вот. Ну, на костях она начинает вот так скакать, но когда поверхность более-менее не твердая, мягкая, да, она достаточно так глубоко вибрирует. Ну и опять же, самое медленное. Вот самая большая. Но ощущения прикольные. Прям особенно вот ручка длинная, удобная, она вот так сделана. Можно самому себе делать вот. Вот такие вот штуки. Вот здесь, когда бывает, болит, что-нибудь натаскаешься. Вот здесь, плечо. Короче, можно. Особенно прикольно, когда вот здесь вот голова. Не знаю, как поймать, не могу телефоном в зеркало. Вот, вот так поймал. Вот так голову. Прикольно, так приливает к голове кровь. Правда, вот на голове начинает скакать опять. Потому что, ну вот, кровь приливает. Очень прикольно. Ну и вот так, как достанешь себе там на спине, можно помассировать. Четкая игрушка. Вот. Когда мышцы устали, помассировал, и тебе стало легче. Четкая штука. Рекомендую. Спасибо за внимание. Всем всего доброго. Вот так вот она выглядит. Я думаю, они там везде и на Али есть.